Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и со введением новой ветки ВЗ-55 в игру была добавлена новая механика. Все вы о ней слышали, если не слышали, сейчас кратенько скажу. В частности, механика была добавлена на три машины, две из них это проходные ВЗ-55 и ВЗ-51, танчик 9 уровня в ветке ВЗ-шки. Что собой представляет механика на всякий случай для тех, кто не знает, что это за механика, хотя я сомневаюсь, что такие ребята есть. Это боевая стабилизация, которая позволяет вам не увеличивать разброс вашего орудия, если танк движется со скоростью до 15 км в час вперед и при движении назад тоже до 15 км в час. Идея очень классная, очень хорошая, и на тяжелом танке она в принципе должна была себя показывать крайне великолепной, и отчасти так и есть, но есть и ложечка дегтя в бочке меда. Дело в том, что если посмотреть на технические характеристики, то для ВЗ-шек в частности, эта идея очень хороша тем, что при движении назад у вас в любом случае будет срабатывать боевая стабилизация, и разброс не будет увеличиваться, потому что максимальная скорость движения танка назад составляет 13 км в час при ограничении в 15. То есть, в принципе, даже теоретически вы не можете увеличить себе разброс орудия, если будете сдавать назад из-за какого-то укрытия. То же касается и девятки. Здесь максималка на топовом двигателе ограничена 14 км в час, что, в принципе, тоже позволяет абсолютно спокойно отыгрывать с боевой стабилизацией, не увеличивая своего разброса. Сейчас закатимся с вами в первую попавшуюся катку. Кто-то напишет в комментариях, что все то же самое можно было сделать в тренировочной комнате. Но, ребят, я хочу показать систему работы боевой стабилизации и о чем конкретно я говорю на примере живого настоящего боя, а не стоя где-нибудь там в какой-нибудь тренировочной комнате в пустой, ну и, соответственно, целясь в какой-нибудь камень. О чем я говорю? Я говорю о том, что сама идея боевая стабилизация очень классная, очень хорошая. И было бы неплохо, чтобы, допустим, разработчики добавили возможность за какие-то там, я не знаю, серебро, опыт или пускай даже за какую-то не слишком большую сумму по голдишке открывать боевую стабилизацию на других машинах. Но на данный момент имеем то, что имеем. Есть несколько прототипных машин, назовем их так, на которых, в принципе, сейчас это... система механики тестится, ну и, соответственно, дальше, я думаю, разработчики будут эту тему развивать. Так вот, друзья, о чем я говорил? Я говорил о том, что если вы подъезжаете к какому-нибудь зданию, допустим, там, к вот этому, да, становитесь вот так вот ромбиком, для того, чтобы можно было там принимать непробитие от своих соперников, то при движении назад, как бы вы ни двигались, вы все равно не будете увеличивать свой разброс. Это действительно очень удобно, очень комфортно, но стоит, ребят, вам поехать вперед, и здесь становится худо. Потому что скорость у танка хорошая, маневренность хорошая, и что самое классное, у него действительно очень хорошая динамика разгона с места. Но в то же время именно это и играет с ним дурную шутку. Потому что как только вы начинаете свое движение вперед, ваш разброс сразу увеличивается. Вот вам, пожалуйста, пример. Поэтому, когда вы выезжаете из-за какого-то укрытия, не ракуя назад, а просто двигаясь вперед, ваша механика, она перестает срабатывать в принципе. Я уже выступил с предложением к разработчикам в отношении внесения определенных не то чтобы изменений, а доработок в эту механику. В частности, друзья, я предложил, чтобы у игроков была возможность ограничивать максимальную скорость движения танка вперед. Ну вот, допустим, на сенсорных устройствах это может быть реализовано крайне простым способом. Все вы знаете, на сенсорном устройстве есть вот этот имитированный джойстик, который вы пальцем протягиваете вперед для того, чтобы танк двигался. Так вот, для того, чтобы реализовать мою конкретную идею, достаточно просто поставить определенный рубеж, пересекая который пальцем, вы добавляете скорости движения танка. Ну, образно, у вас есть какой-то имитированная окружность. Когда вы до этой окружности доводите имитированным джойстиком, то танк движется со своей максимальной скоростью, допустим, 15 км в час, и таким образом позволяет вам сдерживать ваш разброс. Ну а если вы уже все-таки пересекаете данную черту пальцем, то, соответственно, танк дальше продолжает ускоряться и выходит на свою максимальную скорость.
Мне кажется, что в таком случае сама идея боевой стабилизации была бы гораздо лучше реализована, ну и, соответственно, игрокам было бы гораздо комфортнее и приятнее играть на таких машинах. Согласны вы со мной или не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. И в любом случае, друзья мои, давайте будем генерить какие-то идеи, которые периодически будем озвучивать разработчикам. Я принимаю идеи от своих подписчиков, поэтому подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, годные, хорошие идеи. Любого плана я всегда готов презентовать разработчикам. Возможно, ваша идея будет принята в разработку, и вы сможете внести свою лепту в развитие в нашей великолепной игры. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!